Привет, друзья! Вот сегодня мы еще в очередном пабе сидим, отдыхаем. Вы знаете, мы сегодня решили взять горячий шоколад. И вы посмотрите, какую прелесть нам принесли. Вот такой вот горячий шоколад. Вот, и вот такой вот еще вот открывается конфетка. Это просто чистый кусок шоколада, вы представляете, друзья? Вот, не знаю, как оно там на вкус. Вот оно вот так все было красиво упаковано. И сейчас мы попробуем его. Я вам расскажу, как это, тести или нет. А здесь мы сидим вот в таком вот пабе, друзья. Сейчас немножечко вам тоже покажу. Это другой паб. У нас тоже старый. Вот такой интерьер красивый. Сейчас покажу вам вокруг. Это вот, как всегда, у них в пабах почти во всех, друзья. Вот такие вот камины. Они везде разные, но примерно, видите, вот, вот так они выглядят. Вы знаете, очень уютная атмосфера. Вот этот вот тоже натуральный камин, как вы видите. Он сейчас прогорел уже. Очень тепло. Вот такая барная стойка. Здесь и кофе, здесь и пиво. Можно заказать. Ну, все это вот такое тоже классическое, друзья, английское. Вот такие уголочки. Здесь вот опять старые фотографии на стенах. Он опять большой. Этот паб. Вот сейчас в 6 часов. Сейчас мы пришли еще только на часах. У нас, видите, 5 часов 10 минут вечера. С 6 часов здесь начинается вечерний уже. Как он работает, этот паб, уже как ресторан. Здесь вы заказываете горячую пищу. Вот сейчас люди будут прибывать, нас уже предупредили. Мы кофе попьем до 6 часов. Мы не хотим здесь оставаться надолго. Мы просто кофейку попить пришли. Но коль скоро мы пришли еще в новый какой-то для вас новый паб, я вам также показываю вот его интерьер, друзья. Очень всегда у них эти пабы огромные. Посмотрите. Здесь звучит приятная музыка, вы слышите, да? Вот еще один камин. И он тоже действующий. С зеркалом. И с корабликом наверху. Вот лодка с веслами в качестве украшения. Здесь какие-то бутылки коллекционного вина, друзья. Вот это такая декорация. Сервировочка такая очень скромненькая, кстати. Вы знаете, это все-таки не ресторан, это считается паб. И поэтому сервировки у них обычно не отличаются таким уж чем-то очень изысканным, обычное все. To me, Polish and Russian sound a bit similar, but same. They didn't. They sounded more like you than yeah. And I thought you weren't Polish. I thought you were Russian. But I'm Russian anyway. Yeah. Uh-huh. Okay. Very nice place. Oh, good. Thank you. Whereabouts in Russia did you come from? Вот еще один. А мы поговорили с женщиной, которая здесь нам приготовила прекрасный шоколад. Вот, видите, она спросила, откуда. Я сказала опять, что я из России. Ну, как будто бы она ничего против не имеет.
table here, uh-huh. You can see out the window, you can see. All right, thank you. We will decide in the future, just later, thank you. Вот, видите, предлагает нам найти столик хороший. Друзья, вы знаете, мне нравится. Вот это вот так вообще супер. Вы посмотрите. Это вот такая вот модель корабля. Очень красиво. Мне кажется, супер. Ну, здесь опять вот такая вот декорация камина немножко другая. Но этот камин, он тоже действующий, друзья. Только сегодня его не зажигали. А вот я хочу свой тоже декорировать вот такими вот камешками. Симпатично. А еще вот такие доски, вы знаете, у них очень популярно. Хотелось бы, чтобы вам не отсвечивало, и чтобы вы видели. Это здесь, видите, узлы морские, как это все вяжется. Все это в миниатюре. Опять какая-то лодка. Вот очень популярно. Вот они делают вот такие вещи, видите, рамкой. Сори. И вот они и в домах бывают часто вот такие вот красивые. Как это даже назвать, не знаю. Картина, не картина, что это такое. Ну, вот стол, сервировочка стола, как я уже сказала. Весьма скромная. Но вы знаете, готовят здесь очень вкусно. И, в общем, от 10 до 15 фунтов вы можете пообедать. Вернее, как поужинать сказать. У них называется дина. Даже вечерний ужин, саппер, по-нашему сказать. Но они никогда не говорят саппа, они говорят дина. Ивнинг дина. Вечерний обед. Вот так, друзья, все это выглядит очень симпатично. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пока-пока!